военкомат я пришел, сказал, мне объяснил военком, военный комиссар, что говорит, вы только туда, как приедете в течение 2-3 дней, единоразовая выплата будет в размере 300 тысяч. А дальше уже будет. Давайте искать, кто нас обманул. Сегодня сообщалось, что бунт с мобилизованными в Ульяновске подавлен. Сейчас же появилась информация, что мобилизованные в Ульяновске не намерены прекращать сопротивление, несмотря на сообщения о подавлении бунта. Сейчас в учебном центре отменены занятия по стрельбе, комнаты с оружием закрыты и опечатаны, сообщают родственники мобилизованных. Центру стянули отряды Росгвардии и ОМОНа. Причина волнения не идеологическая, а финансовая. Наше государство отказывается выплатить нам денежные средства в размере 195 тысяч рублей, которые нам обещал наш президент Владимир Владимирович Путин. Ради чего тогда нам идти воевать за это государство, оставив свои семьи без поддержки, заявили мобилизованные ранее. Мы, рискуя собственной жизнью, идем на верную смерть для вашей безопасности и мирной жизни. Наше государство отказывается выплатить нам денежные средства в размере 195 тысяч рублей, которые нам обещал Владимир Путин. Ради чего тогда нам идти воевать за это государство, оставив свои семьи без поддержки, заявили мобилизованные. Власти, судя по всему, решили подавить протест силой. Никаких заявлений со стороны чиновников о том, что военнослужащие получат обещанные выплаты, не было. В учебный центр в Ульяновске стягиваются ОМОН и Росгвардия.